Всем привет, с вами Грейси Шиперки. Извините за задержку, но сейчас карантин, а у меня всегда не было времени на снятие видео. Наша звезда здесь, только она со своим медведем играет. Сегодня мой будет обзор, что у моей собаки. Я буду все внимательно показывать и покажу, что обязательно нужно для собаки. Но обязательно еще для шиперок. И расскажу, что за порода шиперки. Сегодня выйдет в день аж два видео. Одно, что такое шиперки, а другое вот про вещи Грейсины. Начнем с самого большого, с игрушки. У нас раньше был большой леопард. Я когда еще была маленькой, любила на нем кататься. А потом Грейси его растерзала, когда он появился. Вот теперь. Мы ей дали моего медведя с прошлого Нового года, когда еще у нас собаки не было. И смотрите, как она его любит. Обязательно для шиперок нужно большие игрушки еще. А то они, если это девочки, то советовано поменьше. Можно девочкам, но вы будете наблюдать, как она хочет мальчика во время сечки. Так что и советую. Но все равно советую, потому что они любят перетягивать такие игрушки, если вы с ней хотите поиграть. Если слышно меня, не слышно, у меня еще другой голос в придачу. Ну да ладно, продолжим. Где вторая игрушка? Вторая игрушка, которую я очень любила, но ее Грейси растерзала, уже уха нет. Это довольно старая игрушка, мне пошлась от машины Насти. Бедная овечка. Вот, десюшка тоже практически оторвалась. Это такой грязненький уже стал. У нас есть еще две игрушки, которые мы больше не даем. А вкусняшки попозже. Мы недавно купили вот такую вот летающую гибкую тарелку. Советую ее летом запускать, поскольку у нас сейчас зима и сыро, не советовано на улице. А шиперки тем более могут убежать, если они еще не воспитаны. Так что советуется это на поводке им пулять, если они вообще в воздухе умеют. Или перед тем, как она упадет, она обязательно половит. Или когда упадет, тоже половит. Моя собака недавно ее потеряла, мне папа сказал, где она. Так что вот. Она за батареей оказалась. Я потом покажу еще ее любимые места. А еще ее клетку. И как вообще надо вести, если у нее есть клетка. И можно ли туда наказывать. Летающая тарелка. И сегодня вам посоветую канал уже, который практически все знают. Это Эльзи. Я оттуда все узнала. Ну, конечно же, кроме игрушек. Ну, как там с клеткой и вообще нужны ли лежанки? Советую этот канал. А мы продолжим. Вот летающая тарелка. Она прозрачная, гибкая. Так что собаке будет удобно ее сгибать и потом брать. Это уже игрушка-канат, которую она раньше играла. Примерно его вот заворачивали, а сейчас вот примерно вот так должен выглядеть. А он у нас вот наполовину растерзали его. И эта собака должна вот этот узел развязать. Все это купила в зоомагазине, Зоомед называется. В городе Саратов у нас такие вещички продаются. Я бы хотела еще купить с помощью бутылки, ну, звук бутылки, вот это, вы знаете, такие косточки со звуком бутылки, вот. Они издают звуки, если ваша собака любит бутылки, находите, пожалуйста, в зоомагазинах, очень советую. Собакам нравится, кому нравятся бутылки. Ну вот, еще такой канатик жесткий. Это не можно сказать игрушка, я уже в одном из видео показывала, где у меня собака говорит. Сейчас она играет с медведем, в конце видео я вам покажу вот этот руселя, я в следующем видео покажу, практически следующем, как у него играет мячик. Ну, мы ее кидаем в квартире, она любит за ним бегать. Точить ногти.
я не знаю, как точить ногти, это будет Женя. А я не думаю, что у меня это выйдет заснять. Но я точно знаю, как ими пользоваться. У нас две чесалки. Одна похуже, другая получше. Вот. Одна Зоник, а другая я фирмы не знаю. Да, Грейс? Сейчас я покажу вам на более новые расчески, как их надо. Грейси, давай ко мне. Тебе же нравится. Примерно вот такая расческа. Сейчас у нее пузо почему-то жесткое какое-то, а не гладкое, как вот тут вот. Вот так мы расчесываем. Если вы так будете задерживать, то он будет пытаться вырываться. Вот, как у меня. А если так аккуратненько себе расчесывать и ослабить руку, то она никуда не сдвинется, пока вы не дочешете. Потому что ей это очень приятно. Как-то так. Шперки. Очень облазит шерсть, если это пончик даже. Нашу собаку называют лысый. Вот сколько шерсть сразу забралось за какое-то краткое время. Следующая игрушка. Я снимала уже день рождения собаки. Это ее игрушка, которую она уже успела загрызть. Бедная поняха. И последняя игрушка, которая чуть бы не самая первая была. Это... гантели, на которые намотаны странные штуковины. Грейси, это ее самая любимая игрушка. Вот самая старая, это вот это, поскольку она еще с моего детства. До того, как моя собака появилась, потом мы ей это отдали. Перестань нюхать трусы, Грейс. Вот. Потом я вам покажу, как я с ней играю, но в одном видео я это не успею вместить. Поскольку батарея у меня очень быстро тратится. У нас недавно была уборка, поэтому все игрушки я сложила в коробку. И советую вам тоже, чтобы они не были разбросаны по квартире. Но можно их разбросать по квартире спустя неделю, только когда опять запачкается квартира. Перейдем к более важным вещам. Более важные вещи, ну, это вот, которые я здесь уже показывала, вот эту вот когтеточку, расчески и трусы. Ну, следующее. Это самое главное для моей собаки, это вкусняшки. Она поддается очень плохо дрессировке, поскольку мы, когда она была маленькая, ее очень редко дрессировали. Но он знает команду лежать, сидеть, бывает, дай лапу выполняет. Ты еще что знаешь? А, и суслик, только она не сидит, а стоит. Вот и вкусняшки, палочка, которую я нашла у себя в комнате. Я не помню, она с говядиной. А в ленте мы вот это купили, это что? Это мясные мюсли с ягненком и рисом. Вот. И витамины. Мы сырные взяли, поскольку очень собака любит сыр. Каждая собака очень обожает сыр. Небольшой перерыв у меня. Я уже чуток потеряла голос. Ну, я попила. Я боялась, что просто ко мне папа зайдет. Да, вот. Вот наша звезда главная, в честь которой я назвала канал. Скоро будет рассказ, как я решила создать канал. Из какого канала я начала. Которого уже не существует, потому что я не могу на него больше снимать. Ну, вот такие кусочки витамины в форме сердечек. Полезно очень для сердца. Как я говорила, мюсли. Дальше. Это мы недавно купили. Точнее, как недавно сказать. Она уже две косточки успела съесть. Я хотела большую такую вот купить. Но папа сказал, что она слишком большая. Но для шиперки не советуется слишком большие.
Я вот такие вот косточки. Компания вот самая популярная. Вы ее уже знаете, Трикси. Вот такие вот косточки, внутри которых есть вкусняшки, до которых еще собаке надо добраться. А вот это мы уже давно покупали, она не начала их есть. Сейчас, по крайней мере, ест. Ну, точнее, мы еще давно уже ей не давали, потому что она просто их бросала или либо со мной игралась. И обращайте внимание, то, что у меня неухоженные волосы. Так еще и фиолетовые в придачу. Точнее, я уже позавчера и вчера мыла голову. И тем более у нас утро, потому что у нас карантин, я решила именно утром, все равно мне нечего делать. Вот такие вот косточки состоят из печенек, поэтому собаки должны обязательно их покушать, потому что они же очень любят печеньки. Недоедая ее кость, вот, видно. Палочка, которую мы до сих пор не дали. И куриные лапки, которые... Когда она настолько появилась, нам дали две куриных лапы, а потом мы их начали покупать. Сейчас мы их вообще бросили. Хотя куриные лапы очень советовали. Нет, это был не Трикси, а Триол, извините, я забыла просто компанию. Вот такие косточки. Очень все собаки любят такие косточки. Мы недавно купили в магазине пару вот таких вот. Но она одну уже съела. Мне нечего показать. Я могу зато вам показать, как мы играем с собакой. Хорошо. Вот наша звезда, да? Да? Да. Ее называют почему-то лысой, и она у нас хвостом. Вот он, кисточкой. Извините, что так резко выходит видео, но мне то ли школа, то ли мне лень. Ну так, продолжим. Ой, я вам забыла еще одну показать. Вот. Это... Да, видно или не видно, так что я камеру не разворачивала. Грысь! Сейчас что-то грысь не реагирует. А, не-не-не-не-не-не-не. Сейчас я вам покажу... Как она любит у нас выполнять что-то. Видно? Нет. Видно? Да. Грысь! Сидеть. Не суслик. Подождите. Грысь! Сидеть! 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 Сидеть. Ладно, она что-то сейчас не хочет, ну да ладно. А мы же, нам все равно уже. Да как летающий стрелка? Меня видно. Если я себя вижу, значит и вы меня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем грысят!